Сегодня 26 декабря 2013 года. Представляю поршневой насос или помповый насос версия 2. Он представляет собой сочлененные трубы. В принципе, можно использовать пластиковую трубу любой длины. Это использоваться насос будет для, в общем, для канализации, чтобы откачивать канализационные воды прямо в огород. Начинается он вот с этого места. Это клапан. Сделан он вот так. Нарезана вот такая вот расческа, загнута. Туда уложена резинка. Вот такая вот, кругленькая. Когда мы всасываем, туда идет жидкость, обратно она захлопывается. Все, вот колено. Теперь, что из себя представляет поршень? Вот поршень. Он тоже является клапаном. Это просто шкив от старой стиральной машины. Вот. Когда мы всасываем, тоже вот он поднимается и опускается. Все, мы вот эту штуку вставляем в эту трубу. Насос собран. В следующем ролике будет показано, как он работает. А теперь презентую работу этого устройства. Вот. Все в сборе, все в яме. Начинаем работать. Сейчас подойди сюда, блин. Вот сюда вот камеру направь. Как вот вылетает. Все. Производительность где-то примерно с ведро качок. То есть 10 литров один качок. Еще я забыл в прошлом ролике сказать, что эта труба привязана к простой велосипедной резине. Вот. Вот она. Все.